Hello guys, my name is Dmitry, и сегодня мы будем с вами проходить четвертую миссию, битва у Приниле. 10 раундов нужно для победы на 5 звезд и 32, чтобы просто пройти эту миссию. Изначально нам пойдет 500 еды единиц, 600 золота, 200 рабочей силы. Щекотливая ситуация мы тут, признаюсь. Юнитов сухопутных у нас маловато, но тем не менее нам придется как-то бодаться с Наполеоном. И как-то нам придется еще с ДЗ разбираться. Кроме того, надо удержать Каирок, и, возможно, удержать будет проблемно. Ну и уничтожить два генеральских юнита. При этом не потерять Нельсона. Это значит, что мы можем вполне оказаться в такой ситуации, что придется использовать аптечки. Ну ладно. Давайте. Обозначу я вам сначала все цели миссии. Не потерять Нельсона. Уничтожить БТУ-шип Вильянува. Уничтожить и, возможно, захватить Александрию БТУ-шип Бруйса. Удержать Каир, там линейная пехота, двойная Мурада. А также уничтожить двойную гвардейскую кавалерию ДЗ и двойную тяжелую артиллерию Наполеона. Я думаю, что нам придется все-таки каких-нибудь хороших генералов назначить и на юнитов таких, которые не кораблики. Итак, что мы имеем? Приватер, фрегат. Тоже фрегат. Тайную легкую пехоту. Вот это вот хорошо. Хэви кавалери. Линейную пехоту. И еще один приватер. Этот приватер будем держать, чтобы город весы у нас был. Так. Потому что еда может закончиться у нас очень быстро. В первую очередь, кстати, улучшим тут полянку с едой. И кого будем назначать в качестве командиров? Так, во-первых, на пехоту мы поставим Суворова. Пригодится он нам тут. На кавалеристов Лассаля тоже пригодится. Так, на корабли. Тревеля я, к сожалению, убрал, поэтому сейчас мы с вами будем смотреть, кто у меня по характеристикам лучше всех на корабль подойдет. Ну вот, Нельсон, да. Нельсон. Наполеон, наверное, у меня. Он с тремя звездочками вообще. Так. И кого-то еще можно. Да, ладно. Могу. У Голицына вообще нету. Так, давайте Маро. Посмотрим, как он в бою будет смотреться. И на линейных пехотинцев давайте тоже кого-нибудь поставим, раз возможность имеется. Багратиона давайте. 166 хп всего. Ну, я думаю, что Багратиона хватит, чтобы задержать вражеских юнитов. Итак, что будем делать? Ну, корабликами мы будем, естественно, уплывать в ту сторону. Так, слоган, наверное, сюда дойдем. Багратион Лассаль. Так. Лассаль, наверное, на воду спустим. Багратиона вот сюда. Все, меняем ход. Быстренько будем менять, чтобы тут все. Так, Наполеон, оказывается, высаживается у нас тут. Вот в чем щекотливость ситуации.
Так. Так. Давайте посмотрим, как мого бьют. В принципе, неплохо мого. К счастью, Каин находится в такой хорошей позиции, где мы можем в случае чего проводить обстрел с корабля. Точнее, с кораблей. То есть нам надо будет всего лишь не потерять юнитов, и все будет хорошо. Давайте улучшать тот город. Пригодится, может. Так, тут меняем быстроход. Опа! Наполеон клюнул. Этим Нельсоном давайте сюда. Отступим. Будем бить ДЗ. И Моро тоже. Задействуем тут, чтобы кораблик попытаться потопить. Суворов давай. Шмякай Наполеона. Так, тут, кстати, что есть? Аптечек много всяких. Так что, возможно, они нам еще пригодятся. Так, этим Нельсоном давайте устроим тут бойню кровавую. Будем валить Вильянова. А вот этим приватиром закроем дорогу окончательно и быстрее меняем ход. Так, Багратион жив, Суров в принципе тоже бодается. Тут будем бить ДЗ, продолжать бить ДЗ. Скоро он погибнет. Надо что-то с Наполеоном поделать. Приватиром отступим тогда. А Суворов пусть бьет Наполеона. Вассалю ту же самую установку дадим. И пусть Багратион добьет. Нет, Багратион погиб, а Наполеон еще живой. Ну, в принципе, как живой. Не особо. Продолжаем тут битву морскую. Вильянов практически мертвый. Так, быстренько ход меняем тут. Смысла особого нету. Надолго тут застревать. И давайте вассалим теперь. Разберемся с Наполеоном. И потом, короче, будем бить ДЗ мы. ДЗ, ДЗ. Так, теперь Моро и Нельсон пусть уплывают. Тут корабль мы такой вражеский. Так, теперь вот сюда. Так, теперь вот сюда, наверное. И Наполеоном сюда. Фигачим. И вот этим тоже сюда. Отлично. Все, теперь можно. Хотя, давайте с Саварией еще разберемся тут. Бонусные очки никогда не помешают для стрелочек. Так, все, с Саварией мы тут неплохо разобрались. Еще кем-то походить можно. Ну, в принципе, ладно. Можем улучшить город при желании. Так, меняем ход. Быстро. Моро пусть с кораблем поможет разобраться.
Так, ну, в принципе, неплохо мы тут идем. Так, пусть Нельсон пока... Хотя, что ему отступать? Мы вот так сделаем и проапгрейдим его. Вот чего. Город Весы тут еще есть. Давайте тут купим еды на всякий случай немножко. Соловей, кстати, умер, так что все окей. Меняем ход. Седьмой раунд нашей грандиознейшей баталии. Так, и добиваем. Нам совсем немножко осталось всего лишь жахнуть по Брусу. И Александрия захвачена. Самая короткая миссия этой кампании, на мой взгляд. Вы заработаете 50 медалей в этой графе. В этой графе всего 5 мест. Моя генерал можете использовать других. Но эффект может быть много другим. Качать их через игру. На этом все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся завтра в следующей битве. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!